Власть в очередной раз преподносит нам новые сюрпризы. Приняты по существу решения об организации в Ульяновске натовской базы. В отчете правительство Путин Владимир Владимирович по существу подтвердил это. Мы знаем, по большому счету, что это грозит целостности нашей страны. Мы знаем, что это колонизация. В этой связи мы сегодня приняли твердое решение. Всероссийский штаб протестных действий, Компартия Российской Федерации, сами жители Ульяновска, других наших регионов, 37 общественных и политических партий, входящие в наш Всероссийский штаб протестных, все, включая женские организации, молодежные, а в субботу был съезд Союза Советских Офицеров, то же самое приняли соответствующее решение в поддержку заявления лидера нашей партии Геннадия Андреевича Зюганова, Президиума Центрального Комитета о недопущении базы НАТО в районе Ульяновска или в любой территории нашей страны. Вся Центральная Россия будет участвовать в массовых мероприятиях именно в Ульяновске. Ульяновцев приглашаем прийти 21 апреля к 12 часам на наши площади и улицы, где будут проводить наши структуры соответствующие мероприятия против НАТО. Мы здесь 19 числа напротив посольства Соединенных Штатов Америки с 12 до часу проводим большую встречу с депутатами Государственной Думы, соответствующий пикет с 12 до 13.00 напротив посольства Соединенных Штатов Америки. Мы также приглашаем всех москвичей, кто желает выразить свое отношение, призываю всех, каждого гражданина России, кому дорога Родина, наша независимость, включиться активно в борьбу против разворачивания базы НАТО в Ульяновской области, в частности на аэродроме Восточной и Дальней. И я убежден, что победа будет за нами. Спасибо.